Пакуль тут людзей немного. Вось такі інструмент я яго зрабіў з банкі з-пад печыва. У Вільнюсе ёсць такі магазін, там прадавалася вось. Ну і ўсё. І гриф зараз. А што гэта за інструмент, як ён называецца? Як ты его называеш? А я ніяк не называю, знаеш, балалайка і ўсё там. Сын мой говорит гітара, і я на ўсё кажу гітара таксама. А струны з чаго? І струн, і з гітарных. Гітарныя такія, гітарныя, да? А я думала, можа быць, валосці якіх, дзікіх, чаго-небудзь. Ну, у перспектыве. Ну, не ведаю, можа, потым... Ну, так давай паспрабуем, я трэба настраіваць. Не, не трэба. Гриміть трошки зараз. Ты это вось ствараеш гэты інструмент, ты што на продаж ці таксама музыку пра гэта пішаш, што якія матывы? Ці проста вообще проста ці пёт? Гэта рабіць. Напэўна, самае першае гэта мой спосаб барацьбы са стрэсам, ну па-рознаму людзі змагаюцца са стрэсам. І ну хтосьці там бухае, хтосьці там яшчэ нейкі там спортам займаецца. Вось я раблю інструменты. Мне проста, калі я раблю інструмент, я ўжо ўвесь у гэтым інструменце. Мне вельмі цікава, мне вельмі аказалася, што гэта вельмі проста для мяне. Я проста гляджу на якую-небудзь рэч і думаю, ну з гэтага можна зрабіць інструмент. І ў мяне такіх рэчаў проста ўся майстэрнямі забіты, проста трэба на гэты час. Ну некаторыя інструменты я прадаю, ну там на замовы, там раблю іх трошкі лепш, чым для сябе, таму што для сябе раблю, каб проста іграла. Вось, ну і ну мала запісваў, не ведаю, я на ўсіх іграю адну мелодыю, адну-дзве мелодыі, шмат не насачыняў. Можеш показати ще раз цей інструмент, бо люди, які тепер долучаються в Фейсбуці, от цей інструмент. Це ніякі страшенні гроші. Скільки от у тебе на такий інструмент по часі виходить? Бо по матеріалам я бачу, що тільки струни, правильно, і от, трошки металу, і коробка цукерок. От скільки ти таку штуку робиш? Як ну, може бути дня три. Можна хутчэй, я просто не раблю хутка, зраблю одну штуку, потым гляжу, як яно выглядае, можа якую-небудзь іншую. Самае дарагое тут такія штукі называюцца калкі, я іх у Цуме купляю ў Мінску. Яны ў нас, ну там, не ведаю, бакса 3-4 адзін калок, вось это самае дарагое. Ну і печыва было таксама, бакса 4 каштавала. Вось, палка, просто палка. Ладоў тут няма, яны намалёваныя. Вось. Дякую, Верасень, за музычку файну на старте. 20.05 мы паволі можа прадставім цябе ў межах і ў межах якога праекта мы тут вообще сабраліся. Прывітанне ўсім, хто глядзіць нашу сённяшнюю трансляцыю ў межах праекта Гродна Юз Хаб. І выключылі, так? Верасня. Зараз з'явіцца так інфармацыя пра Гродна Юз Хаб. Это такі праект моладзевая платформа ў Гродна, там шмат ініцыятываў, тут і пра прадпрымальніцтва развіцця, так і навукі, і школа журналістыкі, і факт-чэкінга Гродна ID Lab. Ну і мы з вамі знаходзімся ў межах дыскусійных таких, ну, дыскусійных celebrity talk, ці так это называецца, да, нашы размовы з цікавымі ініцыятыўнымі маладымі беларусамі, якія ў розных галінах, ў розных сферах дасягнулі дзэна, баланса,
на суперак часам чакання з боку молоді, яны вось вырашалі ісці за сваёй марай, не гледзячы ні на што. Сёння ў нас у гасцях верасень, беларус, так ён падпісаны у Фейсбуку, а вось так это не то. А зараз я скіну ў агульны чат усім інфармацыю пра твою спасылку, верасень, на Інстаграм. Можна паглядзець, чым ты жывеш, чым займаешся. Уласна, калі цябе прадстаўляюць, вот ты першая думка, ты хто? Вот ты калі публічна верасень прадстаўляешся, як ты сябе называеш? Ну, ніяк, у залежнасці ад абставінаў. Ну, а сёння бы ты як бы сябе прадставіў? Ну, што, вот пазвалі. Пазвалі. Ну, так, верасень у красамоўнай сваёй вядомай капялюшы, так, мы бачым, знаходзіцца. Ну, і часта мы яго бачым у Фейсбуку на фоне прыгожых краявідаў. Не будзем казаць, якога раёна Беларусі. Там верасень жыве ўжо больш за 7-8 год, правільна? Колькі? Ужо 9-ты год. 9-ты год, а перад гэтым больш за год, так? Ты вандраваў па свеце з табурэтам, правільна? Так. І вось вырашыў вярнуцца сюды. Ну, власна, то бок па свеце пахадзіў, штосьці пашукаў, вярнуўся сюды, знайшоў на радзіме, ці як гэта было, які быў матыў вяртання? Бо ты ж не ўвесь свет праехаў у выніку. Ну, я не ведаю, хто праехаў увесь свет. Ну, але за два вялікіх падарожжа ўдалося праехаць вось паўночную, цэнтральную, паўднёвую Амерыку, потым, ну, Азію, вось паўднёва-ўсходнюю Азію, там, не ведаю, Еўропу, Расію, Каўказ, Балканы. Насамрэч свет даволі цікавы, ёсць у ім шмат усяго рознага, але куды ты не паехаў, ад сябе ўсё роўна не ўедзеш. Вот. І ну, гэта быў вельмі доўгі працэс таго, што вырашылі вяртацца ў Беларусь. Я ўжо на той момант, калі паехаў, я ўжо не жыў у Беларусі 10-4-5 гадоў. Я з'ехаў у Беларусі ў 2006 годзе, пасля выбару прэзідэнцкіх у 2006 годзе, і вяртацца туды не, ну, сюды не збіралася, таму што, ну, гэта вельмі цяжка эмацыйна ўсё гэта перажываць. Адна справа пра гэта расказаць, забыць і пайсці нармальна ў нармальнае жыццё да нармальных людзей, якія ў нармальнай краіне, а другая справа вось быць у гэтым увесь час. Але вось пакуль я падарожнічаў, я зразумеў, што самыя цікавыя сцежкі, гэта такія самыя цяжкія сцежкі, яны такія ў бок, якія ідуць там, дзе невядома што, і там, дзе ёсць нейкія выпрабаванні. Таму што менавіта гэтыя выпрабаванні, яны цябе трымаюць у тонусе. І гэты тонус, ён дае такі смак да жыцця. Таму я вырашыў прыехаць у Беларусь і паглядзець на гэту краіну ўжо па-іншаму. Я сам з горада Гомель. І вось я вырашыў паездзіць трошкі па Беларусі, пашукаць якое-небудзь месца. Ну і вельмі-вельмі здзівіўся, калі прыехаў у Мінск. Мінск быў вельмі адсталы горад у параўнанні да сусвету. Зараз, ну, можа, тым, хто жыве ў Мінску, вельмі падабаецца. Я разумею, айфоны ёсць, там бургер-кінгі. Але мне там было не цікава, і зараз таксама не вельмі цікава, хаця там шмат цікавых людзей, але інфраструктурна гэта, ну, мне было не цікава. Разумееш, я жыў тады ў Варшаве да падарожжа. Калі я прыехаў з Буэнэс-Айрэса ў Варшаву, я зразумеў, што Варшава ўвогуле не Буэнэс-Айрэс. А Мінск быў такі, можна было на 3-4 падзяліць па актыўнасці з Варшавай, можа нават на 10, я не ведаю. І я зразумеў, што калі я хачу жыць у Беларусі, я хачу жыць у нейкім такім цікавым месцы, прыгожым. Таму што па ўсім свеце такая заўважылася адна тэндэнцыя, што ў любой краіне можна знайсці, ну, проста райскае месца. А таксама можна знайсці вось пекла. І ўсё залежыць,
Ну, просто ад цябе, калі ты гэта выбіраеш. Я вырашыў пашукаць у Беларусі, вось дзе-то год мы з жонкай шукалі. І ў канцы канцоў прыехалі вось у секрэтны раён, я скажу, які это Валожынскі раён. Я тут ніколі не жыў раней, для мяне гэта ўвогуле, як людзі тут размаўляюць, як тут людзі жывуць, усё гэта было па-новаму, і я знайшоў для сябе лепшае месца на зямлі тут. І 9 год прайшло, а ты все равно вот, застаешся в этом пауэры. Значит, сапраўды, это правда. Верасень, твоя падарожжа, то можа трошкі мы прыкрыем гэту тэму, бо ты вядомы не толькі як менавіта падарожнік, так, вот этым праектам, але і праектам уласна за рэалізацыю якога ты ўзяўся, як тут прыехаў, больш-менш уладкаваўся, так, з сям'ёй. Гэта Downshifter Bay, так. Збольшага, я думаю, многія ведаюць, што это за рух, так, ён ужо вельмі модна, асабліва стаўся ў выніку гэтай нашай пандэміі. Але, ну, натуральна, бытавы складнік, так, жыцця твайго і эмацыйны складнік жыцця ў вёсцы, вось так, у ізаляцыі, ну, так, ці з ігнорам, да, да горада, да актыўнасці ў гарадскіх. Яны выклікаюць шмат пытанняў, я думаю. Ёсць канкрэтнае нават пытанне ад нашых гледачоў датычыць таго, топ-5 тваіх бытавых, можа, незручнасцяў, якія ёсць. Але мы, можа, трошкі пазней вот адкажаш. А спачатку, можа, каб зразумець, як ты жывеш, чым ты жывеш, раскажы, дзе ты цяпер знаходзішся, як у цябе прайшоў сённяшні дзень, вось, напрыклад. Ну, сённяшні дзень у мяне быў вельмі просты. Я ездзіў у Мінск, насамрэч. Вось першая незручнасць. У нас на вёсцы няма ветэрынарнага ўрача. Я вазіў котку ў Мінск. Раней я яго вазіў гэтую котку ў Валожыну, Маладзечна, але не робяць аналізаў. І у нас толькі... Ну, я спадзяюся, дзесь у абласных цэнтрах таксама ёсць такія клінікі, але вось Мінск пакуль адзінае месца інфраструктурна. Вот першае такое. У нас усё вельмі сканцэнтравана ў Беларусі, сканцэнтравана, на жаль, таксама ў Мінску. Канешне, ў Мінску параўнанні з Варшавы, з Буэнэс-Айрэс, з Нью-Йорком, гэта такі невялікі інфраструктурны горад, але з параўнаннем вёскі, дзе жыву, вялікі. Таму сённяшні дзень быў вось такі вось на калёсах, ну, у дарозе, таму вось так. Я тут чакаў, што касіў, каня напаіў, там, трускавак сабраў. А, ну, газонакасілку яшчэ з рамонта забіраў, ведаеш, такія таксама. А ніхто не рамантуе газонакасілкі на вёсцы. Ввогуле нічога няма на вёсках, амаль нічога. Толькі ў аграгарадках, у цэнтрах сельсавета, фельдшерскі пункт. Ну і ў гэтай сувязі ў вас на пытанне вось пра топ-5 тваіх бытавых незручнасцяў жыцця на вёсцы. Незручнасцяў? Ну, трэба падумаць. Ну як? Ну, да метро далёка. Ліфт не работает, няма ліфта. Смецепровад забрудзіўся. Ну, дарэчы, не забрудзіўся. Вот з гэтым усё разрулілася тут за смеццем зусім, гэта тут лепш. Да мора далёка, ведаеш, няма джаз-клуба нармальнага. Што ещё? Свабоднай імправізацыйнай сцэны мне не хапае тут на вёсцы. Некіх такіх фестываляў, там не рок за Баброва, такіх інтэлектуальных, каб там быў, не ведаю, тэатр, музыка, кіно. Чаго тут яшчэ не хапае? Каб інтэрнэт быў па оптавалакну. У нас 3G інтэрнэт мабільны, але ўжо больш-менш вось можна жыць. Калі мы толькі прыехалі, тут нават 2G елі-елі вабіла, і вось некі час жылі без інтэрнэта. Тэлевізара, напэўна, не хапае, а я ўжо калі шчыра забыўся, што это такое. Вось. І навошта патрэбны, да? Сабатыльнікаў няма. Ну, сэнсе, што вось можна купіць піўка, а піць амаль няма з кім, таму што амаль ніхто не п'е, і людзей тут мала жыве. Ну, вось, напэўна, ўсё. Дык ты пералічыў столькі тут незручнасцяў. А што вось за гэтыя гады табе ўдалося, назовем это так, дасягнуць? Ну, што ты задаволены вось з праекта Downshifter Bay?
щось типа ліпшого, ну ти сам ось, бо я так розумію, ти його почав, ну так переліпшати своє власне життя, правильно? Почав ну, проєкт, ну... який може бути цікавим для многих, але про це ось ніяк поліпшити своє життя, от ніяк адмінусувати ось ці всі битові, так, незручності, про які ти казав. Ні, насамреч... Чим ти гонориєшся? Ну, давай я не прогонорусь, но расскажу про то, что, ну, что довелось робить и что, без чего бы не отрымалось вот это все. По-перше, ну, вот проект этот Downshifter Buy, я его не так давно начал, в 2018 году, и, але идея была давно, может, уже годков 5, потому что я ведаю не только там себе и своих соседей, вот таких, таких людей, которые переехали из города в вёску, а я таких людей ведаю шмат по Беларуси, ну, ранее было трошечки меньше, але я их у всех ведал, мы все были на сувязи, и сами эти истории мне вельми сподобались. Я люблю истории, люблю их рассказывать, записывать, и они просто были, ну, вельми цікавые, я вот менавито тому, что хотел рассказать эти истории. А у той момент, ведаєш, була така стигма, і вона і зараз є, є така стигма людей з вёски. Ну, ось Мінськ, там весь не любить колхоз, деревню, там п'ятий регіон на номерах. І я побачив, що, ну, по-перше, це проблема, по-друге, що ніхто не бачить цієї проблеми, що для людей... ну, это так нормально, что, ну, коли вёска, то, значит, некие там недосвеченные люди, вот они нам побудовали, например, дом чижа на Немизе. А на самом деле дом чижа побудовали горожане, ну, скажем так, вельми грубо. Причем ведомые их имены, архитекторов, заказчиков и так далее. А на конт тех людей, которые переехали на вёску, в огуле была такая стигма, что это такие были диваки и про рассказывали и про их у СМИ, у рубрицы «Калейдоскоп» есть такая рубрика, ну, она по-разному называется, такая «Тиковоски за всего света». И это была такая рубрика там на каля этих артикулов, были артикулы там, не ведаю, «Панда помахала лапкой», «Люди переехали на вёску», в Сан-Франциско здарыўся пожар, и вот поглядите, что из этого вышло. Это, ну, и я зразумел, что просто ну, журналисты, которые пишут эти материалы, они пишут, вот, я не ведаю, как это написать, потому что не ведаю, что это люди. Ну, окей, и ты вырешил про это вот написать, как бы рассказать. Да. И все, и вот один раз... Ну? Ну, нет, но это именно, я тебе про проект, про то, что я своих особистых незручностей не вырашал. Когда я их уже почал, у меня уже все было зручно, мне все подобалось. Просто захотелось про это рассказать иншим, про то, что не все так кепско, что есть разные истории, ну, и рассказывать, стараться там не только там дренные, не только добрые, ну, а так узважено запытывать... респондентов про тяжкості, там, як там з владами, як з інфраструктурою, не веду, як з відносинами, там, тому що різні бувають проблеми, і каб люди самі могли на це поглядіти. Ну, і ось, от, а, ось, до другої частини, так, питання ну, про те, що чим ти гонорішся за цей час? Ось, так, да, 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 от розкажу. А таким же, чином популяризував цей рух, тепер це ж уже ж не діваки, а це модно, це круто, там креативні ж люди живуть. Ну, я радий, що так ну, здарилося. В огулі не було у мене такої цілі популяризації сперша. Про гонорусь я хотів би сказати просто про те, що так, коли живеш на вёсці, ти так, здається, там живеш на вёсці. Насамрэч, ти живеш так більш-менш у себе у двори і дбаєш о своїм дворі. І дбаєш про свої потреби, ну і про такі потреби вельми-вельми там будьоні. Не ведаю, дорога, вода. Там вывоз смети и так далее. Коли мы сюда приехали, тут, ну, вельми, ну, це закинутая, вымершая вёска, застались ещё мясцовые жыхары, але они вымирали просто на вачах. Я маль вымерли, засталась только одна баба, баба Нона з живых аборигенов. И, например, не было нават вывозу смети. И мы почали это питание лобировать, стали писать листы, ездить в местные ЖКХ, и зараз уже все, есть централизованный вывоз смети, никаких проблем нема, просто коли не было вывоза смети, все мясцовые смети свое, они выкидали
у яр, ну, кудись там, за дом, за огород, кудись еще. А зараз нават сортировка смець у нас ёсць. Не думаю, што яна вельмі працуе, але ўсё вывозяць. У Валожыне, ну, ў нашым райцэнтры ёсць пункт па сартыроўцы смецця. Новага смецця па ўзбочынах больш няма. І, ну, думаю, што гэта добра. Вось гэтым я ганаруся. Менавіта ў гэтым месцы. А ўжо там наконт папулярызацыі, ну, так, так здарылася, што да гэтага прыйшлі. Просто ў Беларусі для гэтага яшчэ ідэальныя ўмовы. Ёсць тут, тут всё сышлося. У 2012 годзе, калі мы переехалі на вёску, ну, амаль ніхто так не рабіў. Былі такія таксама дзівакі, не толькі дзівакі, там розныя людзі, я не ведаю, як правільна назваць. Яны переехалі, переезжалі, але... Ввогуле адваротная тэндэнцыя ў Беларусі. Беларусь самая урбаністычная краіна з усіх краін СНД. У нас урбаністычнасць нешта кшталту 86-87%. Яна вырастае. Усе з малых вёсак паехалі ў сельсавет, сельсавету ў райцэнтры, за райцэнтру там ў балцэнтры, там ў сталіцу, за сталіцы па ўсіму свету. І так, калі шчыра, то Беларусь, яна зараз стаіць пустая, ну, яна стаяла пустая. І таму нерухомасць на вёсцы каштавала, ну, просто капейкі. Ну, вось ты купляеш новы ноутбук, які ў цябе праз 2-3 гады ўжо там будзе стары, і столькі ж каштуе маёнтак, ну, ў сэнсі, што сядзіба там. Прычым можна было знайсці, ну, і зараз можна знайсці ў абсалютна любым месцы, ну, вось просто ўсё, што хочаш, можаш шукаць і можаш знайсці. І ўсё гэта каштавала там $500, 1000, там, 2, ну, смешныя грошы. Я скончу, я бачу, ты хочаш пытанне задаць, але я скончу. Уже не того, одно, я уже за гэты час, пакуль ты сказаў, уже 5 пытанняў. Записывай, записывай. І это я пра то, што вясковая Беларусь, яна не то, што вымірае, яна ўже амаль вымерла. І калі... Ну, ось просто тут яна ляжыць. Яе можна просто ўзяць, падняць. Якім чынам? Нават калі просто гаражанін, які мае грошы, купіць сабе хату і зробіць там сабе дачу, будзе калі-некалі выязджаць, гэта ўжо некая гаспадарчая... гаспадар ўжо ёсць над гэтым участкам. А калі нехта яшчэ будзе жыць, то жыццё прыйдзе ў самі вёскі. Канешне, іх можна ўсе закапаць, потым па-новы нарэзаць там зямлі, пастроіць, пабудаваць дачныя там садовыя таварыщества. Але можна яшчэ, ну вось ёсць яшчэ момант, калі гэта можна падхапіць. Гэта ўжо не будзе тая старая Беларусі, яна ўжо новая. Вот я жыву на вёсцы, і я раблю не так, як робяць тут вясковыя людзі. Я вучуся ад іх, але ў мяне ўвогуле іншыя думкі, як гэта ўсё рабіць. І людзі, якія прыязджаюць з горада, у іх таксама ўжо іншае стаўленне. Ну вось таму я магу сказаць, што калі людзі хоць неяк паехалі, зацікавіліся гэтай тэмай і з сябрам расказалі, і хтось яшчэ паедзе, то ўжо дастаткова. Каб яны, просто каб гэта зразумець і гэта пабачыць. Еще одно такое популярное, думаю, пытанне. Ну, бачыш, эта вёска весь час не выходзіць з нашай размовы, а ўжо гляжу, што мы амаль палову часу пра яе размаўляем. Ну, не магу яго не задаць. Пра вось бытавыя окей, умовы ты там сабе камфортна стварыў. А жыць як? За што? Ты ж калгас, не пойдзеш працаваць. Ну, я дарэчы, працаваў нормальна, там, калгас, это такой адок, пасля якога там ўжо нават іншыя гарады і вёскі здаюцца вельмі клёвымі штуками. Ведаеш, па-рознаму все вырашаюць гэтае пытанне. У мяне яно такое балючае. Я працую як журналіст, пішу для этого Downshifter Buy, пішу на фриланс, кудысьці яшчэ пішу, вось кніжку напісаў, але гэта не так шмат грошай. Жонка мела асабістую перадачу на Белсаце. А што зараз? Зараз у нас дзіцёнак, у нас мы вось у дваіх у дэкрэце. Вось, але трошкі прадаюцца інструменты, вот гэтыя вот рэмесленыя. І магу расказаць не толькі пра сябе, а проста ўвогуле, як тут суіснуюць людзі. Вельмі шмат людзей пайшло ў рамесніцтва. Ну, зараз трошкі, канешне, эканоміка паўпала, і калі ў цябе няма грошай на такія бытавыя самыя
штуки. Ну, не ведаю, коли у тебе гроши есть только на ежу, ты не будешь куплять себе пригожий горшок там, ці инструмент. Вот у меня с инструментами так само. Здається бы, карантин, там можешь открывать нечто новое, але не, кожне там, кожний грошик там людям потребны. И шмат зараз дистанційної праці стало, тому что, ну, и IT-сектор, и так далее. Ось у нас на вёсці уже живе один программист, и выдатно себе почувається, ему хапає этого мобильного интернета. Некие, так само, фрилансеры. Ну, прежде всего, это, напевно, так, фрилансеры, ремесленство с таких распространенных. Ты же еще и музыку пишешь, так? И охочие могут зайти на... Я бачу, я тебе слухал, например, на Apple Music, но я допускаю, что ты на разных платформах, так, есть. Так, ты называешься. Ну, так, Олег, это не приносит такого великого дохода. Так, таки некий символичный. Олег, это уже так, ведаешь, от души. Треба нечто робить для выживания, треба нечто робить до того, как ведать, ну, на во что ты живешь, вот такие вот штуки. Ну так, ты еще у пошуку этим находишься, хоть уже и на наилепшем месте, как ты сказал, так? Так я, ведаешь, я думаю, этот пошук, он николи не скончивается. Ну, я просто про себе кажу, я человек творчий, мне цікаво всякие разные творчие речи, тому и мне надокучило играть на стандартных инструментах, захотелось чего-то нового, и вот с музыкой я старался так и робить эксперименты. Можно, конечно, робить нечто такое больше популярное, ну, ездить там с концертами, але тогда эта частка твоего життя, и она становится... Ну, такой инший, ну, не такой танюткой, из души переходит все-таки у руки. Ну, не хотелось бы это робить. Я подумал, что вот не такой свободный, так бы. Это трошки то, что ты робишь, может, насуперек своим жаданиям, так, по жаданиям. Ну, я маю на увазе, коли там играть некую музыку, деля заробка, да, а не деля души. Ну, да. Мы спинились так, на тем, что ты вот дауншифтингом занимаешься, музыка, так, журналистика. Ну, мультифункциональный, как это теперь называется по-сучасному? Ты сам себе... А адукация у тебя на агу какая? Не эколог, а... Я геолог, да. А адукация и геолог. Ким ты себе лічиш? Ось, коли так идти на агу, вот сучасной молоді, нам усім, нашим поколениям, ось треба неяк шукати вот это, что хто я, да, некую функцію для себе. Ці все-таки ми вже будемо вот так плывести і далі на таким флоу, да, вот фріланс, я думаю, слово нашого покоління. Так, ти себе можеш окреслити, хто ти є, ці, у яким би ключі ти б от хотів сконцентрувати, якби, некі свої висілки? Ну, у меня есть отказ, видишь, почну так издалека. Я есть у Гомеля такие районы, Гомсельмаш, такие пролетарские районы. Ось там пацаны на улице. Видишь, с того самого момента... чуешь меня, так? Ну, вот теперь почав чуть. А, добре, у меня так само зависло было. Короче, я скончил, что потому что мне колисти на, видишь, заводском районе спрашивали, кто по жизни. Я не ведаю, что на это отказать. И до этого часу я не ведаю, что отказать на это питание, потому что оно тебе одразу загоняет в рамки. Я себя не идентифицирую ни с чем. Есть такая разная там политика идентичности, там еще что-то там, идентичности, шмат. Я на себе такую отказность не могу взять. Я на вот, ведаешь, нема у меня на этого отказа. Ну, вот, коли я за мяжой, я кажу, что я с Беларуси, это хапая. Але коли тут нечто твумашить, мне вельми, не ведаю, тяжко.
Ну, але, ну, ти ж кожен сам для себе, і ти ж так само шукаєш, де ось сьогодні твою енергію вилізь, так? Чи в музику, чи в написання книги, про яку, до речі, може розкажеш нам, що це за книга, чи там ще, чи там просто на подворку. Ну, тобто, куди енергію гэту падзець, так? Вот ты пошук себе. Ну, куды вецер дуе, ну, туды дзіваеш. Ну, можа, ведаеш, што мне, можа, надакучвае доўгі час рабіць адно і тое. Я калісьці працаваў на радыё, і для мяне гэта была мара працаваць на радыё. Але калі я стаў працаваць, я разумеў, што гэта не мара, таму што там трэба яшчэ да ўсяго іншага, там трэба слухаць музыку, якую там ставяць на гэта радыё, якую мне там прыходзіцца ставіць. А гэта таксама вельмі-вельмі такая дарагая частка ў маёй жыцці, ну, музыка. І я просто не мог за грошы слухаць 5 гадзін музыкі. Гэта была рок-музыка. Я вельмі стаміўся. Ну, я не то, што не супраць рок-музыкі, але 5 гадзін кожны дзень рок-музыкі, і мае вушы вялі, я просто ўжо не мог там больш знаходзіцца. Але так, ну, што-то сідзіш, трындзіш, я не ведаю, больш лёгкай працы, напэўна, не існуе для людзей, які ўмеюць размаўляць. Ну, вось, вяртаючыся да таго, што ты казаў, што вось цяпер, што ў горадзе прыехаў Беларусь, у Мінску актыўнасці амаль няма, сумна, ты вырашыў знайсці проста прыгожае месца, дзе пасяліцца і там праяўляць ўжо сваю актыўнасць, так, у розных накірунках там і гэтак далей, пачувацца сябе свабодна. І што, у выніку вось гэтая свабода, да, у вёсцы, яна сапраўды, ну, даўншыфтеры, яны што, свабодныя людзі, яны сёння ж ты ўсё роўна ездзіў у Мінск, да, да ветэрынара. І ты сябе пачуваеш свабодным чалавекам, вот у сябе на вёсцы, вот у гэтай краіне, не ведаю. Ну, канешне, гэта ўсё. Не, ну, ўсё гэта, канешне, ну, ідэалістычна казаць, што пачуваеш сябе свабодным. Так, тут больш свабоды, таму што тут больш адказнасці. Ну, для мяне свабода гэта адказнасць, гэта тое, што ты бярэш адказнасць за сваё жыццё. Ну, як можаш, вядома, я не магу быць тут поўнасцю свабодны, не ведаю ад дзяржавы. Я карыстаюся грашыма, які дзяржава надрукавала, але тут у нашым камьюніці, у той суполцы людзей, я не карыстаюся грошыма. Ну, грашыма мне дзесьці ляжыць там мой гаманец, я яго бяру з сабою ў горад. А так, тут у нас усё на ўзаема, як так сказаць, на ўзаемарасчёце. Ну, то бок, ты дапамагаеш, і табе дапамагаюць, неяк так гэта робіцца. Ну, можа, нехта не хоча дапамагаць, калі ласка там, ну, ці наадварот прымаць дапамогу. Ну, толькі вось гэтым. Але вось, ну, напрыклад, я не ведаю, у цябе там зімой выпаў снег, і ты бярэш лапату і адгрыбаеш этот снег, і вось бярэш адказнасць вот на гэта. Не трэба чакаць, калі прачнецца дворнік, ці званіць у ЖЭК, ці там яшчэ нешта, там, не ведаю, нешта сламалася, адразу лезеш і рамантуеш там штуку. Ну, стараешся разабрацца у тым быце, у якім ты жывеш, стараешся вот мець за ўсё адказнасць. Таму я стаў вось, можа, вот мультифункцыянальнасць, ведаеш, што тут калісьці трэба гідраакумулятар пачыніць, які воду качае, калісьці насос, калісьці там машыну, калісьці ещё штось. Тут вось пытаюць, магчыма свабода ілюзія? Нет, свабода гэта не ілюзія. Свабода гэта калі ты адчуваеш сябе свабодным. Нават у турме людзі сябе адчуваюць свабоднымі. Ну, пытанне толькі наколькі это дэтэрміністычна, ну, наколькі это абусловлена. Але калі тут просто, ну, не ведаю, ці можна быць свабодным на вёсцы ад дзяржавы? На нейкую ступень так, просто дзяржаве няма да нас справы. Ну, гэта, ну, далёкая дзе-то вёска, і нехай. А і тая дзяржава, якая ёсць, яна таксама, ты тут стасуешся не з дзяржавай, а з людзьмі. На вёсцы, калі вы яшчэ не ведалі, не працуе права, ну, вось такое рымскае, наша, это у статутах, канстытуцыі. Так ж не толькі на вёсцы. Калі адкрыць стужку навінную сённяшняга дня, то... Ну, я пра іншае. На вёсцы тут звычаёвае права, калі гэта так патлумачыць, тут робяць так, як прынята. І калі ты, ну, калі ты хочаш тут жыць, тут трэба не хадзіць і паказваць. Вось тут напісана там параграф 5, што мне абязаны выдзеліць. Не, тут так не працуе.
ты идешь до председателя сельсовета и кажешь: «Вой-вой-вой, дороги нема, дороги нема, разумею, а у нас грошей нема». Разумею, а как это питание можно вырешить? Ну, это такое, конечно, утрированное, питание бывает разное, але ты тут стосуешься с людьми. Тих, это свобода. Так, это большая свобода от права того же самого, там, чего-нибудь іншого. Ну и, ведаешь, вот у нас тут плоту нема. Ну, вот мы изнесли все огороджи, какие тут были. И вот без плоту я себе отчуваю нашмат лепш. Потому что я вот зараз великий приток новых жихаров на наши мястины. И вот ведаете, что можно человека вывести из города, или город с человека, вельми тяжко вытягнуть. Человек с города привозит с собой свою тюрьму. Ведаете, что они первые справа будуют? Они будуют плот с металлопрофилю. Ну, металлопрофиль — это такий металевый профиль, и он пофарбованный, звичайно, один колер, кирпичный, червоный, такий цагляный, червоный. И они просто вот хутор, уявите себе хутор, там по горке, а человек берет и отгороживается от этого. Причем есть такая, я зауважил такую закономерность, чем больше город, тем больше человек робит себе этот паркан, этот плот. Вот у нас тут есть человек, один из Москвы, 2 метра построил, 2 метра малинового забора. Все мясцовые кажут: «Ну вот что ты это робишь?» Тут это один из признаков, когда ты приезжаешь в некий населенный пункт, вот просто гляди на величину забора. Плоту. Коли там есть, коли их нема, это наилепшие люди, какие бывают. Коли есть, а там прозрысты, так само окей. Коли там уже начинается колючий дрот, под напругой электричной, едь оттуль, раби ноги. Ну, тому важно, ну, тут просто вёска, и коли человек, ну, купил хату, тут никого нема, ты можешь себе будовать что за угодно. Хоть ЮАР, хоть Зимбабве, хоть Москву, хоть Нью-Йорк, а хоть там, я не ведаю, Воложин, там, что, все, что хочешь, можешь побудовать себе тут. А люди будуют себе тюрьму. Ну, в этом сенсе я чуваю себе свободным, потому что то отчувание свободы, какое у меня есть, я его изнутри стараюсь вынести звонки, на вонки. А ты сидел в тюрьме когда-нибудь? Ты кажешь, что на вот тюрьме можно свободным почуваться. Откуда ты просто про это ведаешь? Ну, может быть, не тюрьма, можно ехать, я не знаю, ну, где там, что тут связано с тюрьмой. Я в школе провел 11 лет строгого режима. Школа, по-моему, тюрьма, ну, со скольки, с 8 там до 3, так? Ты же не можешь отмовиться ходить в школу? И когда ходишь в школу, не можешь отмовиться удельничать у всех этих мероприятиях, у всех этой линейки. Ну, кому они потребны? На во что людей выстраивать в линейку по росту? Что это такое? Ну, мне кажется, тюрьма таки, ну, мусить выглядать. Контроль и несвобода у перемещения. Вот и все. Перемена. Боку контроль — это так само и порядок. Да? И нас многие тут любят за порядок. Так? Такой порядок. Порядок и стабильность, это, ведаете, эволюция у стабильности. Я сегодня ехал, ведаешь, у машины, там была лекция про эволюцию, там, те есть там житё на инших планетах, тех это вогали мачима, и так лектор там казал, что вот самое главное, как был климат, как нечто менялось. Потому что, когда нечто меняется, есть разные варианты, и будущее заявляется. Когда нема климату, когда у тебя каждый день светит солнце, нема ветру, нема некого руху, это смерть. Ну, у Беларуси вот что-то меняется? У пэвных сенсах. Вот вчера были хмары, сегодня вот небо чистое. Ну, ты заздросишь, не заздросишь вот сегодняшнему молодому поколению, которое, может, уже не в такой ступени вот закранула вот эту советскую школу. Я допускаю, так, что мы там, например, школу там вот одразу же после Советского Союза развала, так, сука, ходили. Интернет это з'явилося. Ну, махчимости вот ашмат. И те же самые вёски, так, за бесценок можно хату купить. Махчимости для змены ушмат, правильно? Что не так? Да всё так. Не хапая только импульсу. Ну, проблем нема. А что за импульс? Что ты маешь на увазе?
Ну, ведаєш, такі ось, ну, я думаю, вельми важно уметь в певном сенсе марить, розумієш, нечто уявлять, таку формулювати ідею. Это может быть разное. Ты можешь вось, ну, не ведаю, зробить новый инструмент, написать новую песню. Не ведаю, дом по-новому побудовать, там, стосунки по-иншему. Але все это... Пост в Фейсбуке. Вот, коли ласка. Пост в Фейсбуке, это, ну, не тяжко. Я про то, что как ты мог уявлять нечто, как была смелость на гэтые мары, а далее уже калимара каштуя того, как я ее здесь, как ты не боялся ее здесь, как ты не пошел, как ты не робил то же самое, что робят твои батьки. Может, они нечто такое доброе робят, и ты уже, и так само тебе подобается, але, ну, блин, мусить быть некие хистанни. Ну, и нечто вот, такое, а, ну, что ты... Ну, тебе была некая мара, что ты колевось, а ты свой шлях затеял, так, был звучайным там гомельским хлопцем, так, Ну, мара у меня была простая – звалить с Беларуси, коли шчыра, тому что было видовочно, что отбывается. Я еще пошел в школу. Я пошел в школу в 91-м годе, и до 95-96-го годов еще школа была довольно свободная. Потом, ну, нам на вот, не ведаю, наставники там еще казали, поглядите, что отбывается, там узурпация, влады. Мы такие дети, ох, не может быть. А далее, ну, все стало зразумело. Я не раз... ну, было вельми тяжко прогнозовать життё у Беларуси без внутреннего такого стрижня. У меня его не было. Зараз заявился. Зараз это... По-перше, ты сказал, да, важную справу, что вот всё-таки политичный вот этот складник, да, политичный климат, про який ты казал, да, как бы дзменаў, да, ветер. И он ну, вельми важен. Я больше так... широко. Не только политичный. Мусить быть, не ведаю, усеагульный климат. Как бы вогуле некие нечто отбывалось. Потому что, когда ничего не отбывается, ну, ты просто вот... Ну, нема будущего, там, где ничего не отбывается. Не эволюционируюсь, ни люди, ни... А со стрижнем, вот как ты стрижень? Это треба было по боку свету проехать? Ну, так, максимум это так. Потому что, когда у тебя заявляются такие, ну, перешкоды, вот каждый день треба было шукать место, где переночить. Это вельми стрессовая такая штука. Ты вот пойди вот в новую Украину, подойди до людей, скажи, мне треба у вас переночить. Ну, так вот, когда вельми просто. Не все подгаджаются, и тебе треба это робить каждый день. И каждый день, ну, минимум, у них, не ведут, где-нибудь у Гондурасе, Колумбии задача минимум, гэта выжыць, каб ты сел у машыну, каб ты з яе выйшаў жывым. І вось кожны раз прыходзіцца неяк пераадольваць сябе, сваю ляноту, вось я вельмі лянівы чалавек. Вось мне вось лень у людзей хадзіць шукаць у іх, прасіць. Хадзіць шукаць, ну, дзе пераночыць там. Я б хацеў, каб... Так а что со стрижнем? И вынику что, перешкоды дают стрижень? А без конечно. Переодольвание перешкодов, переодольвание перешкодов дает тебе, ну, звыш махчимости. Стрижень свободы. Ну, это вельми так пафосно. Свобода это уже, когда у тебя есть мета у свободе. Ты можешь, у тебя может быть стрижень, или может тебе не потребно быть свобода, или может тебе быть потребна свобода, или у тебя нема стрижня, ты будешь страдать, неврозы, плакать, психологи, меня никто не любит. Кушать. Так, я бачу ваше питання, все равно, шановні глядачі, зараз їх задам, але покуль Верасень не утек від гэтага мотива, доб'ю його от этим стресом. Ти казав, що от граєш, каб позбавитися від стреса, і разом з тим у тебе ти був стрес в подорожі. А який тепер у тебе може бути стрес, от живучи на вьосці, серед этих пригожих пагорків з інструментами? Не, ну, на вёсцы тут не шмат стрэсу, таму што не шмат такіх людзей, якія могуць ось такі стрэс загнаць, таму што тут стасункі вельмі блізкія, тут ўжо, ну, і з суседзямі, і з сябрамі, таму тут стрэсу не шмат, але ж ёсць жа інтэрнэт, і мы ўсе чытаем, што адбываецца там у Украіне, там у свеце. Ведаеш, калі я
по свете проехался, мне весь свет стал на шмат ближей. Вот ранее, когда читал, ну, здесь у Иране там протесты, там расстреляли, ну, что-нибудь, махчима была так, такая новина. Здесь Иран, Ирак, когось расстреляли, там, там постоянно расстреливают. А когда ты там уже побывал, когда ты бачил этих людей, когда ты разумеешь, что они живут так само в 2020 году, у них так, такие самые мары, и они слухают такую самую музыку, как и ты, глядят те самые фильмы, а их расстреливают, это вельми близко становится, и весь свет становится ближе. Тому, напевно, одна вина у стресса хапая. Ладно, тут питание было доброе, и что робить? Ну, чтобы не задавать его, ты ведаешь отказ на это питание. То, что робить, как не стрессоваться, и как нечто вот, ну, как... Не, меньше, ну, можна... тих було, как меньше тих новинок було от стресових. Ну, можна виключити інтернет, а я не виключаю, мені цікаво. Можна сказати, я сам хочу постресуватися там. Питання практичне є, дотично того, як дітей своїх плануєш виховувати, да, ті пускати у державну садок, державну школу. Коли так, то яким чином от, з цензурою, так? Ти будеш, да, одуковувати... сказать девчонку, что вот нет, там сегодня тебя будут, не тому будут учить. Думал ты про это? Слухай, думал, конечно, у меня зараз такого досвіду нема. Ну, то бок, моему сыну зараз 2.5 года, по школу он покуль не ходит, в дитячий садок так само не ходит, и як это будет выглядать, я покуль не ведаю. Я бачил нашу мясцовую школу, мне не сподобалось, я на вельми советская, даже на вот не советская, вот такая вот белорусская, вот такого вот, вот так как зараз, не ведаю. Ну, советская, БССРовская школа с завучами. Я был на выпускном, робил материал про одну, про наставницу, и это был такой дренный спектакль, что, ну, как твои дети туда шли, я не ведаю, як. Але, конечно, коли доведется их отдать у школу такую, у агульную, я не... в Воложине есть еще гимназия. Я сподіваюся, что она лепшая. Ну, то бок, может, потому что гимназия, может, еще чем. Ну, Воложине не так далеко. Что возить там, ну, у сельсовет, что у райцентр, невеликая розница. Але, я думаю, конечно, треба детенку казать правду. Ну, а коли ему нечто там будут, не ведаю, наставники казать, приходить и с ними размовлять. Адуковывать наставников, то бог, да, адуковывать. Ну так, так и треба робить. Видишь, у меня есть молодший брат, и он уже дорослый человек, але коли он был в школе, ему там так само нечто заминали, там не давали там дённик вести по-белоруску, там, ну, казали, у нас тут русская школа, там, ведите по-русски. Я приходил, там, некто нас называется, устраивал разборки, там, все на меня так дулись, такие, ну, никто так, ну, не был готов до такого, я резко там себе поводил. А от брата моего отстали, и никто его больше не чапал. Ну, тому, я сподіваюсь, удастся таки финт зробить и с сыном. Хотя, конечно, окунать его в систему не хочется, але и заливать из системы так само нет. Ну, я в оголе лечу, что для человека это цікаво пожить у... У сучасной Беларуси, как было детям рассказать, як не треба жить. Ну, як бываю, а вось помните тогда, что было? Я тогда, я навод боялся слово диктатура сказать там, ну, а як яны там нас зашугали. Ну, як сюжетно, это цікавая история. Як проживание, ну, человечее, я думаю, что это не такая цікавая. Ну, конечно, веселее бы было жить у больш прогрессивным грамадстве. Вот так. Отказал я на питание, не ведаю. Отдам детей в школу, да, но буду так. Со школы это пальчиком грозить. У нас проект, в межах якого дискуссия, так, Гродно Youth Hub, он скерованный, передусім, для молоді, каб не боялась, каб пробила смелые кроки, так, и шла вось этими боковыми дорожками, про якія ты казав, так, каб не боялась перешкодов их переодольвать, эту стрижень свободы формовать. А, в принципе, я, в принципе, задавал уже такое питание, но либо ты отрозниваешь молодь вот сегодняшнюю вот от своего поколения, ну, как бы своего поколения молоди, да, мы все тут молодые, вот, какая она молодь, бо то, что я бачу теперь в интернете, так, на этих всяких экшенах, так, мероприемствах, политичную высокую активность,
Это в основном молодые люди, это в основном молодь. И ты такий шлях проходишь в 2006 году, бодаже, так? Перед отъездом в Польшу. Ты веришь все равно, что вот этому поколению удастся, и что вот теперь удастся? Не ведаю. Ну вот, какая на сегодняшняя молодь? Варты партнер, скажем так, твой у зменах, так, каких навыков можно было досягать? Ну, по-перше, я хочу сказать, что я вельми люблю молодь. Не только молодь, она вот подлетка, потому что яны шчырые, и они еще не научились этой двойной морали, вот этому лицемерию, криводушу, гипокризия, як это еще назвать? Коли ну, ты уже ты на трех мовах это сказал, так что да, на выбор. Что коли ты там, не ведаю, все разумеют одно, а треба робить инше, ну, подлетки этого не разумеют. Они разумеют, что нечто отбывается не так. И, звичайно, они протестуют саправды. Кажут, что они максималисты, подлетки не максималисты, они просто щирые. Ведаешь, яны шчыра ўсё кажуць. Я гэтую шчырасць люблю. Я ўж у людзях вельмі цаню шчырасць. Калі я сустракаю дарослага чалавека, такога, ведаеш, калі ён такі уже хітры, такі разумны, уже ўсё разумее і табе падмігвае і нейкі такі спектакль перад табой разыгрывае, мне вельмі сумна. Я магу пагуляць у гэты спектакль. Я магу згуляць каго там, не ведаю, дурачка, умнага чувака, там какого-нибудь такого. Ты што? Ці там, не ведаю, там, якую заўгодна можна роль зыграць, але гэта не цікава. Гэта толькі таму, што трэба гэта такі квест прайсці. З моладзю гэта не трэба. Калі яна цябе любіць, ну, цябе, не цябе, калі моладзь нешта любіць, яна кажа, я люблю, і яна любіць у гэты момант. Калі яна не любіць, яна кажа, я не люблю, я в это говно не пайду, і самі вступаюць у свой БРСМ. І, ну, вось таких я, ну, я люблю людзей за шчырасць. Якая, ну, моладзь, я не вельмі кантачу, ну, так, каб, не ведаю, ні на піва, нікуда, ні в шахматы я з імі не хожу гуляць, але кожное новое поколение, я лечу, что оно повинно быть трошку лепше, потому что трошки больше информации, сподеюсь, интернет на это так само поуплывал, ну, уже не треба нечто такого шукать, ну, зараз иншая проблема, там, шмат информации, але у тебя уже, ну, так, границы падают, и они могут выезжать за мяжу, потому что, коли я выезжал за мяжу, это было такое вау, ну, для меня, я николи не выезжал, и вот я выехал, не ведаю, полетел на самолете, вау, а зараз открываешь Инстаграм, ну, не сегодня, год тому, и весь мой Инстаграм, что 10 на море полетели на самолет, вот крыло самолета. Але до молоди, еще ты кажешь, вот мы шлях прошли, ну, я прошел свой шлях в 2006, и они зараз, те отрымаются у них, те не, неважно, те отрымаются у них, важно, типа, спробуют яны нечто зрабить. Коли яны поспробуют это зрабить, ну, неведомо что, ну, то бок отстоять свою шчырасть. Яны тады, яны ее захавают, яны, ведаешь, яны зразумеют, что, например, у них не отрымается зрабить, а дорослые им скажут, а, мы же вам казали. Яны зразумеют, что все дорослые подманывают. Вот яны перестанут поважать этих дорослых, и это добро. Потому что, ну, та ситуацию, в якой мы зараз опынулися, и она паўстала тому, что поколение наших батьков ничего не зрабили. И яны гэтага не зрабили, и больше не робить. И нема за их, ну, нема им за что сказать спасибо, кроме того, что народили, там, вырастили. Ну, хтосьці рабіў, але ситуация такая, что яны нас подвели до того, что мы просто мусим, мы зараз это мусим робить, и нават не мы, а уже некое іншее поколение, якое ўвогуле не павінна з гэтым сталкнуцца. Яно нават не ведаю, як можа быць інакш. І я не ведаю, як можа быць інакш, таму што калі тут усё, не ведаю, у 94-м годзе мне было, нават не было ещё 9 год, я нічого не разумеў, я мультики глядзел, там салдаціка гуляўся. Таму моладзь, якая нешта робіць, гэта ўжо будучыня. Таму што моладзь, якая не робіць, ну, не важна чаго там, творчасці там, не ведаю, спорта, ещё штосьці. Гэта ўжо, ну, сумна, але хутчэй за ўсё гэта ўжо страчанае пакаленне. Можа, не ўсе павінны гэта рабіць, але, ведаеш, ад кожнага, можа, пакаленне павінен быць такі прамень ісці, ведаеш, што вось, чувакі, мы тут, і мы нармальныя людзі, нармальныя ў сэнсе, што мы ўсё разумеем, і мы бачым, ну, каб яны мусіць, ведаеш,
свою щирость готовую донести. Ну, не то, чтобы я не мусить, вот я може, чекаю. Я ведаю, что я не щирый, и для меня они уже все донесли. Тому еще раз повертаючись, скажу, что я вельми люблю молодь, на нее не только сподяюсь, я и сам себе молодью лечу. Тому, покуль молодый духом, покуль еще не сказал, вы все сами понимаете, ну, можно жить. Апошнее пытание, у тебе книга, ты обговорился в Унику. Да, я вот, ну, вот подороже, як я вот 10 год тому поехал подороже. Старый, да, я хотел задать питання не про то, а про что книга, а про то, чому книга, для кого я, да? Хто я тепер читаю книгу, чому книга? Не блог там. А, чому не блог? А был уже блог, ведаешь, это такая інший этап, інша эволюция. Так, у меня тут 5% осталось. А, нет, 10, все, окей. Это інший этап уже с працы с текстом, там, из фото. Мы робили блог, коли подорожничали там по Америках, робили фотоздымки, робили выставу, але вось это все немагчимо вось так вот взять и показать. Коли есть книжка, то можешь вось так вот взять и зарабить там. Вот. Это не книжка, але... Как так зарабить? Але нативочка про... прошла, нативочка прошла. Да. Але книжка про подороже. Я веду, что я буду потом писать, когда уже думки з'явятся. А книжек про подороже не так шмат. Добро, что у нас вот Рома Свечников проехал, вот две книжки. Але на этом и все. В Беларуси больше особливое нема. Там я вырешил, что треба дописать, хоть я и ленивый. Вот уже написал, треба вот... Не ведаю, другую редакцию, я уже отдам кому-нибудь еще редаговать. Подороже. Это подороже у тебя, я так разумею, основную все-таки в твоем жизни такое склало. Ну, твоим теперешним светопогляды, да, некую такую подставу, базу. Подороже для всех, ці подороже это такие занятия, которые, может, не для всех добрая идея, принамсі такое долгое подороже, как у тебе, потому что ты же бачил шмат по дороге, правильно? Своих коллегу-подорожников, так, которые отваливались, так, некоторые. Ну, или подороже доброе для всех? Пробачу, вот секунду, зарядное включу. Давай, давай. А сколько отсотков засталось? 6 уже. Эх, мог бы искусить уже, спасти. Да, до схавца. Так, есть, так, контакт. Так. Про подороже. Чекай, какое питание? Ладно, оно было долгое, не буду его повторять. Типа дороже для всех? Не, подорожничать в пандемии. Типа дороже для всех? И другое питание, как подорожничать в пандемию? Иди. Слушай, я не ведаю, я, во-первых, на подорожничался, мне уже больше не хочется, ну, покуль. А другое питание, тебе оно для всех? Не, подороже не для всех, подорожников не шмат. Туристов шмат, ты можешь там купить себе тур, билет, там и долететь, куда хочешь, а подорожников, какие подорожничают, какие стракают людей, таких не шмат. Ну, их завсёды было не шмат, их завсёды будет не шмат. Это не кепское, не добро, просто вот такие чинники. Не все люди пробегают 100 метровку за 10 секунд, и не все подорожничают. О. Фух, а то я уже комплексы за эти нагоды имел. Ну, и опошнее питание, как у часы пандемии ось, тем людям, которые хотели бы почуть себе подорожником, ци туристами, как ты кажешь, так само, так? Что робить, куда выезжать, твои парады, ну, практически? Ну, по-перше, что я хочу сказать, что неважно, где подорожничать. Конечно, когда глядишь с детства, что там у Египта пирамиды, а у Парижа Эльфевая башня, то треба поехать у Египет и у Париж. Вот мне николи не хотелось поехать ни у Париж, ни у Египет. И, сподіюсь, я туда и не потраплю. Только когда, может, какая-нибудь там выпадковость. И там на Пизанскую башню. Там. Ну, вот мне николи не хотелось. Але... Подорожничать можно хоть вокруг своего, ну, не ведаю, двора. У нас есть краина довольно великая, 600 на 600 километров, и вельми шмат людей, навод, ведаешь, и можно экскурсии робить из Минска в Беларуси, они николи в этой Беларуси не были. Ну, я не увеличиваю там агросядибу, ти там припынок, там, десь на заправце. Беларусь не открытая краина. Я ей еще никто не описал, не отфотографовал,
і не падарожнічаў. Нават вот это падарожжа дылетанта, гэта просто вось, гэта такі малы адсотак. І ўсё яшчэ наперадзе. Дзякуй вялікі. Верасень Беларус быў у нас у гасцях з Celebrity Talk у межах праекта Гродна Юз Хаб. Дзякуй табе, Верасень, за Дзякую. Прыемную размову, гэты прыемны вечар. Наколькі ведаю ад арганізатараў, што гэта наша не апошняя Celebrity Talk, так, у гэтым сезоне, Вітаўт махае галавой. Хто будзе наступным госцем, сачыце за абвесткамі. Уласна, заклікаю гэта рабіць. Верасень, табе і ўсім нашым гледачам прыемнага вечара. Ну і так, падтрымліваю тваё развітанне, што ўсё ў нас яшчэ наперадзе. Доброго вечера всем и до встречи в Celebrity Talk. Покуль.